Сергей Анастасов, кандидат в примары муниципии Комрад от нашей партии. Сергей Анастасов хорошо известен в спортивной среде Комрата и Гагаузии. Он занимается восточными единоборствами, играет в футбол, является президентом Ассоциации бокса Гагаузии, меценатом клуба Киокушинкай Карате «Банзай», спонсором различных массовых и спортивных мероприятий в Гагаузии. Это клуб «Банзай», Киокушинкай Карате. В этом клубе занимается около 80 человек, в том числе вот эти молодые ребята, вот эти дети. Да, мы с ними ездим и на соревнования в Европу, те, которые занимают первые призовые места. Зал нашего предприятия, он у нас уже функционирует 15 лет. Если вы хотите заниматься в этом зале, также можете приходить, выбрать свободное время. Энергичность и целеустремленность являются главными чертами характера Сергея Анастасова. А доверие жителей Комрата дает ему право рассчитывать на поддержку избирателей в качестве кандидата в примары муниципии Комрат. Сергей Ильич Анастасов баллотируется на пост примара муниципии Комрат от нашей партии Ренато Усатова.